Как это слово на русском, но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы все...